Краса России 2003 посадила дерево в Кайтакском районе. Накануне в муниципалитете прошла масштабная акция «Зеленые километры», инициированная ранее главой Дагестана Владимиром Васильевым. На субботник была приглашена финалистка конкурса «Мисс Мира» Светлана Гарева. Я очень рада сажать здесь деревья, потому что у меня, я уже сажала деревья и в Китае, и в Японии, и так как я везде участвовала в конкурсе красоты, там тоже есть такая традиция сажать деревья. Поэтому я счастлива посадить здесь дерево, буду за ним наблюдать обязательно. Полить и лелеять так, чтобы оно выросло замечательным большим деревом и на радость и внукам, и правнукам, и всем-всем-всем. В общей сложности в акции приняли участие около 2000 жителей из 16 сел Кайтакского района. Было посажено 1500 липовых деревьев вдоль федеральной трассы Маджалис-Мамедкала. Наряду с посадкой саженцев прошел и конкурс на лучший рисунок на тему проходящего субботника. Юные художники рисовали окружающую природу и участников акции «Зеленые километры». Дети рисуют свою фантазию, будущее этой аллеи. Вместе с этими детьми, как будут дети расти, так же будет расти эта аллея. Буквально за 2-3 года здесь будет такая красота.